Пятая партия. Ну, во второй день надо было уже по-любому просто железобетонно что-то делать, чтобы выправить свое положение. В принципе, пошла довольно плохая атака, но ее можно было бы так же быстро и закончить. Ну да, вот в этот момент можно было сыграть сюда. И все бы закончилось. Так, не закончилось, надо пошло дальше. Я имею в виду, что потом был бы актуальный ход здесь, там уже можно было бы рассчитывать на контратаку. Смотря как отвечать. Ну так иначе я бы повел по точкам, гарантированно, и вот тут уже можно было бы попроще все реализовывать. Даже здесь. Даже здесь, да. Просто закрыть дырку. И проблем нет никаких с этой точкой. Я на то и рассчитывал, что что-то здесь пойдет не так. Уже все-таки мало ли там. Ну и, собственно, вот все пошло не так. Разминочная партия разморила, да? Да. Так я специально в разминочной партии особо не думал. Чтоб ты подумал, что я тупой. Мало ли там. Вдруг я расстроился. Надо. Вот, ну тут уже пришлось прерывать свою атаку. Здесь без вариантов, да. Если я иду наскрест или выше, то я теряю точки. Ну да, скорее всего, центр бы улетел. Здесь все легко, то есть так. И вот либо эти, тут еще сюда вот этот еще ход есть, который заставляет меня защититься. Да. То есть, в принципе, довольно очевидно. Надо просто было довольствоваться тем, что есть. Получил. Ну, преимущество есть, да? Да. На точку, как минимум. Тут все равно все дырки разом не закроешь после этого. Ну и это казалось довольно просто. Но... То есть вроде играл правильно, вот на этом моменте, вот здесь. Надо было, наверное, тут соединиться, препятствовать, жертвовать точку, две даже. Да, и да, выходили да. бы где-то в равенство, плюс можно было бы в этом районе отцепить у меня еще одну точку. Да, надо было просто не выделываться. Да, надо было тут попроще сыграть. Кстати... Ну тут я смотрел, что нельзя мне было бы соединяться. Такой ход тоже прокатывал, да, если... Я говорил, просто синим сейчас сходить и все. То есть это даже с меньшими жертвами, да? Ну, две точки максимум. Да, да, две точки. Одну ты уже захватил, считай, только одна точка жертва. То есть это локальная ничья, плюс ты тут мог отцепить спокойно точку. Да, но я решил, что я не хочу жертвовать точки, это было зря. Что я тут как-то вот в этом вот районе все равно что-то досделаю. Ошибкой было то, что я не посчитал вот этот твой ход именно здесь. Я думал, что захватываешь, да? Да, то есть, ну вот, можно сказать, что я считал этот ход с этого момента. Вот отсюда я думаю. Mm-hmm. Кстати, вот интересно, можно было бы как-то по-другому сыграть, скажем. Как-то... Что-то там... В принципе, в любом случае, ты в любой вообще, момент... Вообще можно было так... Походить не... вот сюда. В любой момент, как бы, просто ты защищаешь эту связь, я должен... А как насчет этого самого хода вот сюда, в гетто? Сюда? Да. Как ты думаешь? По-моему, вот он работал. Ну, имеется в виду, что я атакую, ты вверх и две точки забираешь. Видимо. Все это вот возможно было, а вот такие вот... Мудреные комбинации не срабатывали. Я вот переживал, что, наверное, так оно и будет, две точки потеряю. Ну, снова я что-то... Не того, да. Да, не того. Не надо просто было в покер перед точками играть. Дальше уже просто
тут нечего говорить, фигня какая-то. Просто как-то надо... Ну, это уже, да, и поиск, так сказать, последнего шанса. Тут последнего шанса, вариантов понятно, нету. Что не будет, да. Вариантов нету.